Добрый день. Меня зовут Алексей Лукин, и я разработчик алгоритмов в программе Изотоп. В частности, я был главным разработчиком алгоритмов для продукта Изотоп RX. RX — это один из главных наших продуктов для реставрации, то есть для исправления поврежденных записей, для подавления шумов, и о нем мы сегодня и поговорим. Первая версия Изотоп RX увидела свет в 2007 году, но разработка программы началась за долгое время до этого. Первая версия нашего приложения, которая никогда не увидела свет и всего лишь предназначалась для тестирования алгоритмов, появилась уже в 2003 году. Я могу показать вам, как примитивно она выглядела. У меня есть несколько скриншотов. Вот таким образом выглядела первая версия. Тут уже есть денойзер, тут уже есть декликер и деклипер. После того, как мы сделали это отдельное приложение, мы стали разрабатывать наши алгоритмы так, чтобы они работали в реальном времени. И для этого разработали плагин. Он получил кодовое название Silencer, то есть заглушитель, но никогда не пошел в продажу, а был только предварительной версией. Вот модуль по удалению гула 50 Гц. Вот декликер с деклипером, а вот денойзер. Далее было создано еще несколько прототипов приложений, на которых мы отрабатывали концепцию спектрограммы. Вот форма волны, а вот спектрограммы. И, в частности, в этом приложении впервые форма волны была отображена поверх спектрограммы. А вот привычный вам экран RX 1, который был выпущен в 2007 году. Через 3 года появилась вторая версия, RX 2, и последняя версия продукта на данный момент — это RX 3. Вот ее современный интерфейс. Что же нового увидят пользователи в программе RX 3? Во-первых, в расширенной или advanced версии RX 3 появилось два новых модуля обработки. Первый — это Dialog Denoiser, то есть диалоговый подавитель шума, денойзер. Второй — также ориентирован на работу с диалогами и называется D-Reverb, то есть подавитель реверберации. Я сегодня постараюсь продемонстрировать и тот, и другой, а пока перечислю еще несколько нововведений. Во-первых, некоторые модули из RX расширенной версии перекочевали в стандартную версию, такие как MBit Plus — это наш алгоритм дитеринга и преобразования разрядности, алгоритм преобразования частоты и дискретизации и возможность загрузки плагинов сторонних производителей. Также практически каждый модуль RX 3 претерпел некоторое улучшение, или улучшение алгоритмов, или улучшение пользовательского интерфейса. Например, в деклипере или подавителе клипирования была введена гистограмма, которая может самостоятельно определить, на каком уровне сигнал клипирует, и установить порог. Также можно установить порог независимо для отрицательной и для положительной части волны. То есть, если, например, у вас какое-то устройство вносит клипирование различное для положительного и отрицательного напряжения, это можно более эффективно исправить в RX 3. Также постепенно улучшается пользовательский интерфейс RX. Он приближается к полнофункциональным редакторам. В этой версии появились возможности протаскивания головки или скраббинга. Появилась возможность записывать сигнал, не выходя из RX. Можно измерять громкость сигнала с помощью модуля Waveform Statistics и экспортировать историю операций, что может быть важно при работе с криминалистическими записями. Значительные усилия разработчики также приложили для того, чтобы операции обработки выполнялись быстрее, в частности, более эффективно используются многоядерные процессоры. Еще одна возможность, появившаяся в RX 3, это так называемый pitch contour, который доступен в модуле Time and Pitch — время и высота тона. Этот контур позволяет нарисовать кривую, согласно которой будет изменяться скорость воспроизведения файла в реальном времени. Часто, когда меня просят рассказать про RX, пользователи спрашивают, какая типичная последовательность действий при работе с файлами, что запускать сначала, а что исправить потом. Конечно же, все это зависит от типа записи. Виниловая запись или это запись с ленты,
но некоторая общая последовательность операций все же может быть установлена. Я разработал небольшую схему, которая поможет пользователям выбрать правильные модули для работы в RX. Эта схема показана вот здесь. Первым делом мы избавляемся от клипирования сигнала. Далее мы можем проанализировать, является ли сигнал стерео или моно. Если он является стерео, имеется ли дисбаланс между уровнями или задержками сигнала в левом и правом канале. Если имеется несоответствие уровней или имеется задержка между левым и правым каналом, то модуль канальных операций или Channel Operations поможет их устранить. В частности, модуль азимут коррекции из канальных операций может выровнять задержку между левым и правым стереоканалами точностью до 1/100 отсчета, если форма волны в левом и правом канале похожа. После того, как мы выровняли волну в левом и правом канале, обычно необходимо посмотреть, присутствует ли в файле треск или щелчки, как, например, это бывает, если запись сделана с виниловой пластинки. Трески и щелчки подавляются специализированными модулями декликера и декраклера. Я покажу применение на примере. Вот пример записи, сделанной с виниловой пластинки. Здесь звучит целый оркестр, и явно слышны на его фоне щелчки. Однако этих щелчков не видно на форме волны. Как же их увидеть? Очень просто — переключиться в режим спектрограммы. В этом режиме оркестр будет виден в виде горизонтальных тональных линий. Также виден некоторый общий шум, а щелчки видны в виде вертикальных палок. Такие щелчки легко удалить в автоматическом режиме с помощью декликера. В данном случае настройки по умолчанию вполне успешно справятся с задачей. Посмотрим более сложный пример, где щелчков больше. Вот запись очень старой заезженной пластинки с голосом Шаляпина. Здесь щелчков больше, поэтому мы повысим чувствительность декликера и сделаем два прохода. Второй проход декликера позволяет избавиться от щелчков, которые могли открыться только после того, как более крупные щелчки были подавлены на первом проходе. Второй модуль, который мы применим, это модуль декраклера. Crackle в нашем понимании — это более мелкие щелчки, которые идут очень часто по времени. Если клик — это щелчок, который может быть, допустим, 10 раз или 15 раз в секунду, то crackle встречаются, может быть, сотню раз в секунду и сливаются друг с другом, хотя имеют меньшую амплитуду. Подавим также и их. Вот как теперь звучит наша запись. Щелчки пропали, остался более-менее равномерный шум. Теперь я покажу, как можно подавлять такой шум. Первое, что необходимо сделать в шумоподавителе, это обучить его профилю шума, то есть показать ему, какой спектр нужно удалять из сигнала. В данном случае у нас в сигнале нету ни одной паузы, на которой мы могли бы обучить шумоподавитель. И в этом случае RX3 приходит на помощь. Новое введение в модуле денойзера в RX3 — это возможность выделить множество несвязанных друг с другом отрывков сигнала. Вот я выделяю отрывок сигнала на верхних частотах, там, где полезного сигнала нет. А вот здесь у нас имеются гармоники сигнала, но это не беда. Мы можем сделать небольшие выделения между гармониками, и это позволит обучить денойзер в этих небольших интервалах частот, там, где нету полезного сигнала. Буквально вот так. Еще парочка выделений. И теперь мы нажимаем кнопку Learn, то есть позволяем денойзеру обучиться на этих фрагментах шума. Как вы видите, профиль шума оказался
неполным по частоте, потому что наши выделения не покрывают весь диапазон частот. В частности, мы не делали выделений на гармониках сигнала. Однако RX может дополнить этот профиль до полного с помощью кнопочки Yes. Как видите, теперь профиль шума присутствует на всех частотах, и можно запускать денойзер. Я сейчас не уделяю особого внимания аккуратным настройкам, а просто показываю приблизительный результат, которого можно добиться всего за несколько нажатий клавиш. Сравним это с оригиналом. Еще один пример можно рассмотреть. Также соответствующие виниловые пластинки. Тоже старая запись, если я не ошибаюсь, Вертинского. Как вы видите, эта запись уже стерео. И тут имеются некоторые искажения на высоких уровнях сигнала. Можно попытаться посмотреть, клиппинг это или не клиппинг. Вот где происходят основные искажения. Если мы приблизим форму волны, мы увидим, что клипирования тут в общепринятом представлении нет, а имеются лишь некоторые искажения нелинейные, которые вряд ли можно исправить деклипером. Поэтому будем работать другими инструментами. Во-первых, можно подавить треск и щелчки с помощью автоматического декликера. Увеличим чувствительность, поскольку треска тут очень много, и сделаем два прохода. После этого добавим один проход декраклером для подавления более мелких щелчков, которые сливаются друг с другом. Послушаем, как это звучит. Значительно лучше, но на громких частях сигнала искажения остались. Давайте посмотрим, что можно сделать дальше. Во-первых, поскольку наш сигнал стерео, а запись моно, то можно попытаться выровнять дорожки друг с другом и применить такую операцию, как извлечение из записи центрального канала. Во-первых, проверим, как соотносятся уровни и задержки двух каналов, левого и правого, с помощью модуля канальных операций. Идем во вкладку «Азимут» и позволим ему предложить нам подходящее значение, подходящие величины коррекции. Он показывает, что задержки между двумя стереоканалами практически нет, она составляет 0 отсчетов. А вот несовпадение уровня составляет порядка 1 дБ. Выделяем весь фрагмент и применяем балансировку уровня. Теперь уровни левого и правого каналов совпадают. После этого, поскольку полезный сигнал находится в центре стереопанорамы, а шум у нас разбросан по всей стереопанораме, можно попытаться выделить только центральный канал в стереокартинке. Вот запись на данный момент. Для этого мы идем снова в модуль канальных операций, во вкладку «Извлечь центральный канал». И проводим обработку с настройками по умолчанию. Посмотрим, что у нас получилось. Результат сейчас будет неважный, поэтому мы его в дальнейшем исправим. Однако вы увидите, что шум почти исчез. Самое ценное, что можно заметить в этом результате, это то, что исчезло искажение на фразе «дымком голубоватым». Запомним этот результат, скопировав его в буфер обмена, и отменим столь радикальную обработку. Попытаемся
вернуться к предыдущему этапу и обработаем вот эти искажения другим модулем. Модулем deconstruct. Deconstruct или деконструктор — это модуль, который позволяет разделить сигнал на тональные и шумовые компоненты. Попробуем сначала применить его целиком, ко всей записи. Ничего хорошего из этого не получится, но вам будет понятнее, как он работает. Сейчас мы подавляем все шумовые составляющие, оставляем только тональные. Теперь мы применим его только к той области, где нам необходимо подавить шум. Отличие модуля Deconstruct от денойзера в том, что денойзер использует уровни сигнала для разделения шума и полезного сигнала. Все, что ниже порога на данной частоте, то шум. Все, что выше, полезный сигнал. Модуль же Deconstruct совершенно не ориентируется на уровни сигнала. Он анализирует лишь структуру спектра. Если спектр состоит из пиков и тонов, гармоник, то этот сигнал тональный. Если же спектр состоит из ровной области, то сигнал шумовой. То есть уровень сигнала не учитывается. И это позволяет обработать запись по-другому. В данном случае давайте уменьшим уровень шумовой составляющей на 6 дБ. Тональную составляющую трогать не будем. Только в выделении, где у нас имеется неприятный шум искажения. А для этого выделения сделаем минус 3 дБ к шумовой составляющей. Вот что у нас получилось. Этот результат также не идеален. А что мы сделаем дальше? Так это мы смешаем результат применения извлечения центрального канала с тем результатом, который у нас имеется сейчас. Наложим их друг на друга. И даже наложим результат извлечения центрального канала 3 раза. А теперь скомпенсируем уровень, сделав минус 12 дБ к общему уровню, чтобы привести уровень к исходному. И послушаем результат. Ну вот, уже вполне прилично. И заметьте, что для удаления шума мы даже еще и не использовали денойзера совершенно. Вот. А денойзер — это еще одна из опций. Вообще, философия Арекс в том, что многих результатов можно достичь различными путями. И если вы скомбинируете результаты обработки разными инструментами друг с другом, будь то последовательная обработка разными инструментами или смешивание результатов обработки различными инструментами друг с другом, вы можете добиться лучшего результата, поскольку разные инструменты вносят различные артефакты или различные искажения. С одной стороны, и позволяют убрать различные искажения, которые вам не нужны, с другой стороны. Поэтому, скомбинировав их результаты, вы часто можете добиться лучшего результата, чем только если бы вы применили к этой записи, ну, скажем, денойзер. И, конечно, некоторое количество ручной работы, такой как, скажем, вот эта работа с деконструктором, которую я только что показал, на ограниченных по частоте и по времени выделениях, позволяет добиться более качественного результата. Сравним это с оригиналом. Ну что ж, могу показать еще пару примеров того, как, скажем, работает в третьей версии такой инструмент, как деклипер, и что в нем было улучшено. Вот наша искаженная запись. Тут виден клиппинг. Это клиппинг настоящий, не искусственный, который получился при записи сигнала с перегрузкой. Сейчас я покажу, опять же, как кроме деклипера можно использовать другие инструменты для подавления клипирования. Кнопка Suggest или «Предложить уровень клипирования» в третьей версии устанавливает его в большинстве случаев достаточно хорошо. Но здесь мы его немножко подкорректируем, чтобы он был чуть ниже, чем было предложено. И проводим обработку. Послушаем результат.
клипирование в значительной степени удалилось. Однако остались еще некоторые искажения, которые слышны на высокой громкости прослушивания. Эти искажения видны на спектрограмме в верхних частотах и в самых нижних частотах. Чтобы избавиться от искажений в верхних частотах, можно применить инструмент под названием декраклер, то есть тот самый, который подавляет мелкие и часто идущие щелчки. Прогоняем декраклер. И щелчки несколько подавились. Однако, возможно, еще недостаточно. Попробуем применить деконструктор. Поскольку запись на верхних частотах у нас в этот момент времени состоит из тональных компонентов гармоник голоса и шумовых или транзиентных компонент — это щелчков, то деконструктор, по идее, должен неплохо подавить и разделить эти компоненты друг с другом. Вот тут я, пожалуй, слишком сильно применил, переборщил. Слышно изменение тембра. Можно обработать более узкую область спектра и более мягко, подавив шумовые компоненты всего лишь на, допустим, 3 дБ вместо 20. Теперь обработаем нижние частоты. Для нижних частот я предлагаю использовать в данном случае инструмент спектральный ремонт или spectral repair. Spectral repair позволяет заменить или уменьшить по амплитуде выделение сигнала на основании окружающего его сигнала. Вот я применяю обработку. Послушаем, как это звучит. Клипирование практически исчезло. Еще один небольшой пример — это с записью фортепиано. Тут тоже наблюдается клипирование. Заходим в модуль деклипера, позволяем ему установить пороги и делаем обработку. Вот клиппинг в значительной степени подавлен. И теперь вы уже знаете, что с помощью модуля Decrackler и Spectral Repair, а также Deconstruct, вы можете еще улучшить результат. Хочу также вам показать новый модуль. Это модуль подавления реверберации в RX3. Вот запись в помещении, которое не заглушено. Слышна некоторая реверберация. Сделаем выделение и заходим в модуль D-Reverb. Первое, что мы должны сделать, это мы должны обучить модуль и показать ему реверберацию. Для этого нажимаем кнопочку Learn. После того, как модуль обучен, мы можем производить обработку. В данном случае я даже не изменяю никаких настроек и позволяю ему обработать запись полностью автоматически. Можно послушать результат. Можно применять модуль D-Reverb также для увеличения количества реверберации в сигнале. Если силу подавления сделать отрицательной, то реверберация усилится. Вот пример. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Спасибо за внимание.